сталкиваясь с новым масштабным проектом, который требует много ресурсов, как человеческих, так и финансовых, возникает интерес. А кто же инвестирует в него? Кто в него верит? Конечно же, мы говорим о Social. Посмотрим, кто вложил в него свои деньги. Переходим на официальный сайт проекта Social и видим там главных инвесторов. Давайте посмотрим на каждого из них в отдельности. Solana. Присутствие этого проекта объяснимо, так как Social располагается на их блокчейне. Проект Solana был основан в 2017 году, а через год была запущена первая версия тестовой сети. Основателем Solana является доктор наук Эрик Уильямс. Блокчейн Solana – один из самых популярных на рынке криптовалют, и его токен вырос в 2021 году почти на 3000%. Solana – это огромная комьюнити, свыше 300 тысяч человек в Телеграме, а на его блокчейне запущено более 250 различных проектов. Как видим, это серьезный проект, который был создан в противовес медленным транзакциям Ethereum. Solana очень перспективный проект, так как скорость проведения операций в криптомире имеет важную роль. Следующий спонсор тоже не нуждается в представлении. Это криптобиржа KuCoin. KuCoin оправданно имеет репутацию одной из самых успешных торговых площадок. Пользователь привлекает политика отбора новых криптовалют. В списке торгуемых их чуть больше 100. Это сравнительно немного. Руководители биржи объясняют это тем, что стараются отбирать наиболее нужные пользователям валюты, а бесперспективные и сомнительные как можно скорее удалять, чтобы не сбивать с пути клиентов. Следующая компания – Alameda Research. Одна из самых влиятельных фигур сферы криптовалют. Alameda управляет капиталом, который соизмерим с 10% от капитализации всей сферы криптовалют. Что это означает? То, что любая сделка, которую проводит Alameda, отражается на рынке и даже может навсегда его изменить. Это очень серьезная влиятельная компания. То, что она вложилась в Social, сразу поднимает акции этой сети на высокий уровень. Raristan Capital – это венчурная компания, инвестирующая в криптосети на стадии зарождения проекта, их бизнес с поддержкой блокчейна. Они вкладывают в тех, кто создает новые технологии в Web3. Присутствие этой компании в списке инвесторов Social вполне логично и объяснимо. GBV – дочерняя компания Genesis Block, гонконгской компании по внебиржевой торговле криптовалютами. Компания работает над тем, чтобы внедрять на рынок как можно больше децентрализованных финансов. Тоже очень подходит для нашей новой сети Social. New Way Capital – венчурный и частный капитал. New Way использует свои ресурсы, помогая командам блокчейн зайти на рынок Китая. Вот такие компании представлены в спонсорах Social. В виде таких солидных спонсоров возникает уверенность, что с нашим проектом Social все будет в порядке, и вскоре он займет лидирующую позицию среди социальных сетей. Ну и вы, как всегда, подписывайтесь на канал, чтобы узнать много интересного про новую компанию Social.